10 тысяч рублей, пожалуйста, возьми. Я к вам по поводу iPhone 5s. А, это не оригинал. Цвет настроения черный. Девятый этаж. Себе, блядь, хорошую взяла, мне, блядь, установлю. Ну, если так получилось. Ребят, все вы знаете о моем странном хобби давать деньги подписчикам на закупки на всеразличные. И немногие знают о том, что новых героев я беру именно из комментариев. Поэтому прямо сейчас, если вы хотите поучаствовать в моей рубрике и потратить какую-то приличную сумму денег на определенную тему, забрав все подарки, соответственно, себе, то обязательно пишите прямо сейчас в комментариях, почему этим человеком должны стать именно вы, из какого вы города, ну и как я с вами могу связаться. Я, если лайкнул ваш комментарий, значит, вы уже в списке тех, кого я, в принципе, рассматриваю. Поэтому пишите обязательно комментарий прямо сейчас и ждите от меня приглашения на съемку. Ну и давайте соберем под этим роликом 2000 лайков за первые сутки. Мы сможем, я вас верю. Ну а я пошел встречать школьника. Друзья, выпусков «Что купит школьник на большую сумму денег» не было уже давно, поэтому сегодня я исправляю это недоразумение, и нашему школьнику будет выдано 10 тысяч рублей, и его задача будет купить на эти деньги себе смартфон. Ну и самое интересное, что сегодня мы не просто пойдем в магазин покупать телефон, потому что за 10 тысяч рублей крутой смартфон не купишь, а мы будем покупать этот телефон на вторичном рынке, а именно воспользовавшись сайтом Авито. Я думаю, очень будет интересно, прям очень. Я сам регулярно пользуюсь этим сервисом, потому что порядка 10 товаров уже было мною продано и куплено. Но самое интересное, что на Авито нашли способ свести к минимуму вот эти всякие мошеннические схемы, потому что теперь появилась уникальная возможность составлять рейтинг для каждого продавца. Вы можете сами оценить и написать, как состоялась сделка, успешно, неуспешно, и поставить свой рейтинг по 5-бальной шкале, то есть 5 звезд максимум. Школьник уже там на месте, мы начинаем наш выпуск, я прям интересуюсь, что же он купит, погнали. Так, Артем, смотри, я тебе даю 10 тысяч рублей, пожалуйста, возьми. Твоя задача будет сейчас выбрать на сайте Авито себе любой телефон, который тебе будет интересен. Самое главное, чтобы он был примерно в эту цену, ну, не дороже 10 тысяч рублей. И имел доступ, ну, был смартфоном, вот как мой телефон. Panasonic за 10 тысяч рублей, серьезно? Телефон, Panasonic, второй выпуск, цветной в рабочем состоянии. Вот его. Серьезно? Нет. iPhone 6 Gold, 16 гигабайт. 6 золотой, 16 гигабайт. Слушай, 9500 не дешево ли для 6 айфона? Он, наверное, бушный, да, скорее всего? Да, нужно посмотреть описание. А, да, продам iPhone 6 на 16 гигабайт, куплен в ноябре 17-го. Touch ID не работает. И если не работает Touch ID на iPhone, это значит, что, скорее всего, он не был куплен в ноябре 17-го, а, скорее всего, это просто пересобранный телефон. S8 Plus за 7500, чё? S8 Plus — это нормальный смартфон, братан. Пахивает обманом, я так думаю. Это много в упаковке. Ну, слушай, давай отложим пока, я не знаю. Ну да, я думаю, да. О, отпечаток работает. Отлично. Ремонтировать не стало. А, что с ним? А, не работает экран, нормально. То есть да. Без экрана мы не будем брать телефон, я думаю. Хороший телефон в отличном состоянии, не восстановленный. А, покупал за 28. Полный комплект, наушники, небольшой торг. То есть можно сторговаться еще за 7 купить. Ребята, напишите в комментариях, какой у вас телефон и сколько он стоит. Покупали вы его на Авито или покупали вы его новым? Мне реально очень интересно почитать в комментариях внизу. Ты вообще как, 5S хочешь, не хочешь? Ну да, я думаю, хорошо будет. Не, ну ты скажи честно, типа. Нет, ну я покупаю в основном для мамы. Хочу взять его. А, ты маме хочешь подарок? Да, у него сломанный. Это достойно, мне кажется, лайка под этим видео. Чувак, не для себя. А, ну у тебя какой телефон? У тебя, в принципе, смартфон, Лека, да? Да. Ну и лучше покупать у частных лиц, пускай он будет бушный, но он хотя бы не восстановленный. Там есть и отпечаток, и все остальное. 5S за 4000. Ты можешь маме хоть 2 5S купить, знаешь, за такую сумму. Есть 5S без Touch ID за 6500, есть 5S с Touch ID. Смотри, тут подешевле. Кстати, да. Ну, давай тогда позвонишь, спросишь, какие есть в наличии, есть ли 5S с Touch ID и сколько он стоит в этом магазине. Вот мы можем номер посмотреть. Давай. Я хочу приобрести у вас iPhone 5S. Да, есть наличие, с Touch ID сколько стоит? Touch ID 7500. Он восстановлен? Да, конечно. Да. Знаешь, братан, меня смущает один факт, что он сказал, что он восстановленный. Они восстановлены, к сожалению, китайцам. То есть там все компоненты просто вывернуты наружу. Я бы все-таки сейчас попробовал позвонить вот этому чуваку, который продает бэушный. Вот, и можно ли сегодня посмотреть, подъехать куда-нибудь. Я к вам по поводу iPhone 5s золотого на 16 гигабайт. Да, он восстановленный? Нет, не восстановленный. Я его уже не покупал на день рождения. Просто раньше другой купил. Ну хорошо, скажите, пожалуйста, адрес. Дай по приколу, я сейчас сам поговорю с человеком, который Galaxy S8 Plus за 7500 продает. Мне просто чисто психологически интересно понять, в чем здесь развод и в чем прикол. Ага, а подскажите, пожалуйста, почему цена такая вот 7500? Это версия копия. Хорошего качества, но не оригинал.
А, это не оригинал. Копию вообще не советую брать. Давай тогда единственный вариант, едем за оригинальным 5S домой к мужчине. Едем по адресу этого чувака, надеюсь искренне, что типа мы едем и уедем уже отсюда с айфоном. Пацаны, а скажите, у вас Крида, ну сейчас у молодежи можно слушать? Модно, вернее? Все вместе, ребят, давайте. Цвет настроения черный, на губах помада цвет ликерный. Она на черном стиле, она так чувствует себя богиней. Так, ну вроде бы как бы это. Мы типа приехали, сейчас только я найду, где паркануться бы здесь. Че, пацаны, готовы? Мы приехали. Сейчас пойдем с вами тогда уже сделку совершать. Вас мы с собой в квартиру не будем брать по понятным причинам, человек просто испугается. Но звук вы будете слышать, самое главное, у нас висят высококачественные петли, да, Артем? Ты мой брат. 9-й этаж. Так, 6. О, да, здравствуйте, как мы угадали. У вас народу сколько, кого ты одного слушаешь? Давайте меня. Вроде девушка звонила. Нет, звонил этот мальчик, брат. Ну, позже заходи, как вы. Заходи. А сколько гигабайт? 16. Угу. Но он Оль, вы сбрасывали настройки? Да. Да, тут заброшено. Угу. Ну, а смотри. Ну, с собой он все работает. Нет. Ну, мы видим, да, все он нормально. Рабочий. Ну, самое главное, что он не восстановленный, что работает. Нет, работ... он не восстановленный, все оригинальный. Все отлично. Ну, не, он в подарок маме как раз, да, можно. А, маме? Да, да. Создадим вообще. Вы кому-то другому заказывали? Нет, вам. Да, все. Давайте послушаем. Алло. Да, алло. Все, у меня все хорошо слышно. У меня тоже хорошо. Ну все, отлично. Да. А вы забираете телефон? Я, да. Посмотри, пожалуйста, вот этот телефон. Он восстановленный, но там как бы есть два варианта. Вот этот телефон восстановленный официальной компанией Apple. То есть они меняют все, и новый дисплей, и новый корпус, и по сути это новый телефон. Себе, блядь, хороший взяла, мне, блядь, восстановлен. Ну если так получилось, ну у тебя, видишь, он восстановлен хоть, и восстановлен нормально. Да, ну все, спасибо вам. Давай смотреть, что мы купили. Вы ничего не видели, но вы прекрасно слышали, что продавцы там... Семья, это явно не перекупщики. Ну, здесь, конечно, небольшие коцки, но есть огромный бонус, что нам вот такая штука досталась. То есть, реально, ты маме своей сегодня вот так вот скажешь: мама, я купил тебе новый iPhone, а в чехле и не видно, что он немножко покоцанный сзади. Начни на голову чехол, как поется в известной песне. Вот, все, суперская вот эта вот, знаете, Париж, Эйфелева башня, все остальное. Ну, реально, быстро, блин, iPhone 5S, да? Казалось бы, сколько лет назад он был выпущен. Но это просто замечательно, замечательно работает, все классно, все круто. Быстро, самое главное, конечно, он без приложения еще. Touch ID, все работает, камеру тоже мы проверили. Единственный, конечно, минус, за что нам, собственно, и скинули еще 500 рублей, это за отсутствие оригинальных наушников. Как ты видишь, они немножко такие... Не AirPods. Не AirPods, и мы это тебе все отдаем. Друзья, ссылку на Авито я оставлю в описании. Как видели, мы прошли все вот эти вот этапы и нашли хорошего продавца. И теперь, благодаря новой функции, можно смотреть рейтинг. Мы поставим этому продавцу, конечно же, ну 5 баллов. Ну ладно, 4 балла мы поставим. Все-таки он за отсутствие наушников и ничего про это не сказал, как-то вот так вот юлил. Но 500 рублей скидка, я думаю, за это была весьма нормальная. Все, мы поехали, ребята. Вас очень сильно люблю. Лайки, пишите в комментариях, если вы хотите участвовать в наших выпусках, в моих. Из какого вы города, я прям каждый комментарий прочитаю, напоминаю, что если я его лайкну, это значит, что я вас уже рассматриваю к чему-нибудь. Вот, все, с вами был Айден. Давайте скоро много новых роликов. Удачи, пока. Посиди здесь с айфоном, просто посиди с ним и просто... Просто посиди с ними, просто пообщайся. Один. Как эта хрена тебе не работает?